2013 год подходит к концу. В нем было многое, и хорошее, и не очень. Но, конечно же, всем нам больше запомнится хорошее. Сегодня заключительный выпуск программы «24 МИАС» в этом году. И поэтому именно сегодня руководители Миасского городского округа поздравляют вас, дорогие друзья, с праздником. Принимайте поздравления. Уважаемые миасцы, дорогие земляки, вот выходит в прошлое 2013-й. Год от Рождества Христова. Год очередных побед, поражений, радостей и неудач, достижений. Я хочу сказать вам, что этот год прославил Челябинскую область, пожалуй, на весь земной шар, благодаря прилетевшему из космоса метеориту. Этот год был юбилейным годом для города Миаса. Мы отметили 240 лет. Мне очень приятно отметить, что в Миасе продолжается рост экономики, что детей родилось гораздо больше, чем в предыдущем году. И я думаю, что, поднимая первый бокал за уходящий год, мы можем сказать ему спасибо. В принципе, ты был очень неплохим. А наступающий 2014 объявлен в России годом культуры, а по китайскому календарю это год синей лошади. Хотелось бы, чтобы этот год принес всем миасцев здоровье, счастье. И я от имени собрания депутатов, от имени администрации, от себя лично поздравляю всех своих земляков с наступающим Новым годом и чтобы в ваших семьях было больше радостных событий. С Новым годом вас, дорогие друзья! Уважаемые жители Миасского городского округа, уходящий 2013 год был не очень простым годом, как и положено, 13-му году. Но мы пережили его все вместе, и нас ждет 14-й год. И хоть нам обещают экономисты, что год будет сложным, потому что мировой финансовый кризис докатился и до нашего города, но я верю, что вместе мы переживем его, что мы сделаем наш город лучше, красивым. Мы будем жить единой семьей, мы будем добиваться вместе с вами успехов, мы будем делать все, чтобы мы могли гордиться тем городом, в котором живем. Я поздравляю вас с наступающим 2014 годом. Я верю, что у нас все получится. Счастья вам, здоровья, успехов. Пусть в ваших семьях будет тепло, в домах хорошо, радостно и комфортно.